Всем здравствуйте! 2 мая сердце знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина остановилось. Для всех эта новость была очень неожиданной. Кутюрье долгое время боролся с онкологией. Но вместе с тем он не выглядел тяжело больным. Многие отреагировали на уход Юдашкина, печальные сообщения написали многочисленные поклонники модельера. Почти каждой публикации мелькали слова об онкологии. Вместе с этим люди вспоминают, что последние месяцы своей жизни Валентин был очень активным. Так, например, он с женой Мариной совсем недавно появился на дне рождения Никаса Сафронова. Так что же произошло с Валентином Абрамовичем? Врач-онколог Игорь Долгополов прояснил ситуацию. По словам специалиста, за минувшие 20 лет в медицине произошел существенный прорыв, и его коллеги научились не только продлевать жизнь раковых больных, но и обеспечивать ее высокое качество. Теперь люди с диагнозом онкология живут по 15 лет, и сейчас такими цифрами никого не удивишь. Однако полностью удалить опухоль из человека нельзя, и рано или поздно болезнь все равно проявится. Что касается случая Юдашкина, то врач уверен, что уход кутюрье действительно наступил на фоне рака. Однако непосредственные причины могут быть самые разные. Это остановка сердца, тромб или отказ внутренних органов. Так что ответить, от чего именно скончался Валентин, могут только его родные. Также многие поклонники интересуются, кому же достанется роскошное наследство модельера. К счастью, никакого скандала не предвидится. Семья Юдашкиных очень дружная, а сам Валентин оставил родным все имущество. Например, дом моды достанется его дочери Галине, которая уже больше 10 лет и так занимала высокую должность в компании. А загородный дом с большим участком, теплицами и другими предметами роскоши останется за супругой Юдашкина Мариной. Апартаменты в столице, которые оцениваются в 60 миллионов рублей, еще при жизни Валентина были подарены его наследнице. И, конечно, не стоит забывать о пентхаусе кутюрье в Америке, который он 2 года пытался продать, но пока ничего не получилось. Будем надеяться, что семья кутюрье мужественно перенесет тяжелую утрату. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Всем пока!